Максим Єлампів у нас в гостях, постійний експерт. Бджоляр, доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні ми говоримо про іще один варіант, що можна використовувати, скажімо так, якщо займаєтеся взагалі бджільництвом. Тут, я так розумію, що якраз той варіант, коли паразитів ми також використовуємо. Да, діло в тому, що ми все время говорили о продуктах пчеловодства, о використанні самих пчол. А вот сегодняшний разговор мы посвятим как раз вот паразиту, вредителю, который пчеловодам доставляет очень много хлопот, уничтожает соты. Вот, собственно, много где восковая моль паразитирует, но есть различия. Есть большая восковая моль и маленькая. Но это та, что молодая, и та, что старая? Или нет, это два разных вида абсолютно. Вот та, что обычно летает по квартирам и кушает всякие шерстяные вещи, вот это не та моль, что нам надо. Это маленькая, она не используется. А большая восковая моль, она паразитирует в основном, да, на сотах, в ульях. Вот, и ее используют, причем, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Оказывается, ее используют еще где-то с 17 века для лечения различных болезней. Но главная особенность заключается в том, что лекарство, сделанное из личинок восковой моли, используют для лечения туберкулеза. Вот, дело в том, что эта моль чуть ли не единственное живое существо на планете, которая способна переварить воск. Мы говорили уже, когда о воске рассказывал, что даже если съели, то, да, что если съели, то оно так все и выйдет. А вот моль его переваривает и использует для себя. Такая уникальная штука. Да. А в чем, собственно, особенность? Бактерии туберкулеза имеют оболочку сродни воску. То есть экстракт из моли может растворять оболочку бактерий туберкулезных. Вот. Это вот, собственно, такая вот основная... Но, скажем так, что вот эта маленькая, что большая моль, результат у нее все равно жизни один, ее в любом случае отлавливают и уничтожают. Но это уничтожают красиво. Жизнь продолжается в виде вот таких настоек. Да. Как изготавливать? Дело в том, что собираются именно личинки, причем личинки должны быть упитанные, чтобы приготовить качественный экстракт, и даже их специально разводят. То есть она должна так хорошо попортить соты? Она должна хорошо попитаться, да. Вот. И их собирают в определенном возрасте и делают спиртовую настойку. Сейчас я вот постараюсь выловить, показать червячка. Да, друзья. Вот, вот то есть червячок, ну, примерно 1,5 сантиметра в длину. Такая гусеница практически. Да, такая гусеница. Вот. Дело в том, что она... В процессе жизнедеятельности, поедая соты, поедая пергу, прополис, аккумулирует в себе все полезные вещества. Ведь сама по себе бабочка, когда вылупилась, она уже не ест. Она весь свой жизненный цикл, как бабочки, просто расходует вещества, которые были получены, будучи личинкой. А вот если мы говорим, да, вот об этих личинках, когда, скажем так, в какой сезон вы их собираете, отлавливаете, ну и в первую очередь, можно ли противодействовать, чтобы они не завалились? Отлавливаются, они собираются в летний сезон, весенний, летний, осенний, потому что они очень чувствительны к температуре. Зимой, скажем так, они не будут вред уже наносить, их уже нет. Да, это, с одной стороны, если вы занимаетесь производством экстракта, это плохо, но если у вас, если вы пчеловод и вам нужно соты сохранить, то это очень даже хорошо. Дело в том, что температура минус 20 уничтожает моль на любых стадиях, начиная от яиц, личинок, взрослых бабочек, поэтому пчеловоды используют температуру, то есть естественные условия для борьбы. Плюс моль очень не любит сквозняки. То есть, если соты поставить где-нибудь на продуваемом месте, то моль там не заведется. Пчелам это не вредит? Сквозняк? Особенность в чем? Если соты в улье, где есть пчелы, там моль не заведется, если достаточное количество пчел. Пчелы ее прогонят, убьют. Вот, а имеется в виду хранение сот отдельно от ульев. Ага, я понял. Что, ну, всегда бывает ситуация, когда какое-то количество нужно забрать. Про запас, скажем так, да. Вот, значит, по поводу изготовления. Ну, берутся примерно 3-6-недельные личинки, отбираются. Ну, это уже, скажем так, у профессионала глаз наметан, какие они 3-6 недель. Ну, да, все, время закладки, когда происходит, и время от времени контролируется процесс, и по внешнему виду тоже.
Вот. Главное, тут слишком старую не взять, она не будет иметь должного эффекта, там уже вещества перерабатываются. Как ее определить, начинают. Эту старую? Какая она? О, она серого такого цвета уже. Платочки? Полностью. С палочкой? С палочкой, да, где-то так. Вот. И пропорции очень разные. Ну, в среднем, опять же, делается 10- либо 20-процентная настойка. Ну, вот сколько исследований, сколько исследователей, столько и мнений, собственно, о том, о пропорциях. Но мы проверенное берем. То, что уже, скажем так, на вас проверено. То, что проверенное. Какую пропорцию брать? Ну, примерно 1 к 5. То есть 20-процентная, чтобы была настойка, примерно получалось. Настаивается... То есть 1 к 5 это... Ну, одна часть по массе личинок и 5 частей спирта. Всё, опять есть. Же, спирт 70-процентный, желательно, лучше всего экстрагируется вещество. И настаивается, ну, в среднем 7-8 дней, лучше 2 недели. Это, то есть, вообще не трогать, закрыть и не трогать? Это наоборот, это закрыть, в темном месте поставить, но постоянно помешивать, постоянно нужно взбалтывать. Вот. Одни исследователи говорят, что достаточно просто вот целиком червячка, другие рекомендуют покрошить его, третьи вообще рекомендуют заморозить, перемолоть и уже порошок использовать. Ну, я думаю, это для того, чтобы не пугался внешний вид уже, да, чтобы избавиться от этого вот фактора. Говорим о том, что вот настоялось, да, как мы действуем дальше. Ну и в первую очередь вот нашим, да, телезрителям, как быть? Продаются сами личинки или уже настойки продаются? В основном продаются сами уже настойки, потому что личинка, опять же, если она умрет, она очень быстро теряет свои какие-либо качества и становится бесполезной. Поэтому продается уже готовая настойка. Это вот с личинками я взял просто, чтобы продемонстрировать. Какое оно, да? Да, но я так понимаю, что на продажу уже это все убирается, фильтруется? Конечно, все фильтруется, лишний осадок убирается. Вот, кстати, должен сказать спасибо моему коллеге Андрею Галдину за то, что предоставил этот вот материал, потому что у меня в данный момент нету, ну, продукта этого, поэтому должен поблагодарить коллегу. Вот, а потом используется... Буквально по чуть-чуть, капельками. Вот, да, поскольку приготовление, скажем так, все-таки на пчеловодах остается, все-таки нашим телезрителям более уместно это как употреблять. Ну да. В среднем рекомендуется где-то 3 капли на 10 килограмм веса. Это считаем, сейчас берем калькулятор, становимся на весы, да, и считаем, сколько капель. И высчитываем, да, сколько. Как их употреблять? До еды, во время еды, после? Запивать нет. Значит, растворять в небольшом количестве воды, просто чтобы было удобно выпить. И это вот в отличие от всех продуктов пчеловодства, которые утром употребляются натощак, это рекомендуют употреблять перед сном, то есть вечером. Чтобы хорошо уснуть, потому что я вам хочу сказать, что спирт все-таки дает свое. Мы только открыли баночку, запах пошел. Запах пошел, должен расстроить, когда вы капаете там себе 15 капель, вы его не ощутите. Поэтому для лучшего сна использовать что-нибудь другое. Вот так. Так, есть, это понятно. И, соответственно, как часто? Каждый день или... Да, каждый день. По исследованиям, которые публикуются в различной литературе, вот я с собой книжечку одну взял, в принципе, ее можно использовать как и пособие, ну и как руководство к действию, вот. То рекомендуют употреблять в течение 3 недель. Потом эффективность снижается, то есть потом нужно сделать перерыв. Это во время именно лечения или профилактики? Тоже можно для профилактики использовать? И для профилактики можно использовать, так количество уменьшается. Там буквально одна капля на 10 килограмм веса, то есть там уже по чуть-чуть. Вот. Особенность заключается в том, что экстракт получается, он безвреден абсолютно, побочных действий нету, не токсичен и полностью совместим с любыми медикаментами. То есть вот по всем исследованиям, которые проводились, что вместе с другими конфликтами, скажем так, не вызывает. Но все равно рекомендуется не более 3 месяцев в году принимать, потому что эффект теряется, привыкание организма идет, и нужно все-таки делать перерывы. Вот так, друзья, на самом деле, сегодня для себя еще одна страница, да, нового, я думаю, для вас тоже. Заходите на наш YouTube-канал, смотрите там видео предыдущее, ну и, конечно же, в описании под этим видео в YouTube, если вы уже будете смотреть, полный перечень всех предыдущих выпусков. Вам дякую за то, что сегодня завитали в нашей студии.